Краков Алексей Владимирович, глав судья соревнований областного турнира по дзюдо памяти мастера спорта Гракова Владимира Ивановича. Участвует вся наша область, несколько команд из других областей и две команды из двух городов России. Этот турнир традиционный, служит в основном нам для просмотра будущего резерва и для формирования сборной команды области для участия в республиканских соревнованиях. Как говорится, победит сильнейший. Поэтому, ребята, ярких эмоций, ярких схваток, и пусть все сложится. Пожалуйста. Меня зовут Жил Чмиля, я из Полоцка. Ну и как ты оцениваешь свое выступление? Свое оцениваю я выступление высоко, потому что я боролась на своем весе и выиграла, заняла первое место. Поздравляю тебя! Спасибо!